Re, viss ēters ir te! Представлять Латвию на Евровидении в Стокгольме будет молодой певец Юст. Он набрал самое большое число голосов зрителей на конкурсе «Супернова». Эксперты оценили шансы на успех латвийского участника у европейской публики. Привлекательная внешность, сильный голос и яркая композиция, запоминающиеся мелодии – несомненные плюсы, которые помогут Юстцу привлечь к себе внимание европейской публики, говорят латвийские музыкальные эксперты. Тем более, что в Латвии свои симпатии певцу отдали не только телезрители, но и латвийский фан-клуб Евровидения. Однако есть моменты, которые могут помешать певцу занять высокое место в Швеции. Несмотря на то, что в этом году большая часть участников – это девушки, певицы на Евровидении будут снова. Но все-таки среди певцов тоже есть большая конкуренция. Конкретно в нашем полуфинале, где будет участвовать Юст, участвует также певец из Ирландии Ник Бёрн. Он бывший участник группы Westlife, а Westlife известна во всем мире. Так что конкуренция будет большая у Юстца. Главный минус может быть то, что он конечно, говорит, что он там выступал там, в большой аудитории, в фестивалях, там, с Гачо. Но это ничего не значит, потому что он там был с Гачо его команде. А вот сейчас, когда он будет один, там, тогда как это будет выглядеть, я не знаю. До конкурса Евровидения еще чуть больше 2 месяцев. В конкурсе «Супернова» Юст вышел на первое место, набрав более 20 000 голосов в телефонном и интернет-голосовании.